Родители погибшего в США актера Антона Ельчина подали в суд на один из крупнейших в мире автоконцернов. Там произвели машину, которая фактически раздавила мужчину. По мнению экспертов, из-за неудачной конструкции коробки передач актер мог перепутать положение рычага. В результате внедорожник поехал вниз по крутому склону дороги и прижал Ельчина к металлическому забору. Сумму иска родственники держат пока в тайне. Автомобиль Антона, джип Grand Cherokee, который произвели до конца прошлого года, в апреле отозвали. Ранее компания отправляла сообщение о дефекте в дизайне рычага переключения передач, но некоторые клиенты могли не обратить внимания на рассылку.